Новости спорта. Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису «Надежды Кубани» снова в нашем городе. Юные спортсмены со всего юга России еще раз смогли продемонстрировать свои способности. В спорткомплексе «Юность», который отвечает самым современным требованиям, с радостью приняли спортсменов из многих регионов нашей страны. В четвертом туре краевых соревнований «Надежды Кубани» участвовали 556 теннисистов из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, республик Адыгея, Крым, Карачаево-Черкесия, Донецкой Народной Республики и Краснодарского края. Интересное соревнование прежде всего тем, что деткам маленьким здесь самое раздолье, то есть начинающим. Тренеры из других регионов, им негде играть с такими детьми, их туда не пускают. Мы здесь приглашаем их и все время приветствуем. Вот. И многие мастера спорта начинали именно с этих соревнований, именно с нашего турнира. Они всегда приезжают и говорят нам огромное спасибо. Здесь упорно сражались за лидерство ребята трех возрастных категорий. Самые юные мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, а также юниоры и юниорки до 20 лет. Участники соревнований действительно любят свой вид спорта, готовы серьезно тренироваться и бороться за победу. Я отношусь к этим соревнованиям хорошо. Здесь достойные соперники, все на равных условиях будут играть. Ну и надеюсь, я победить. Я занимаюсь больше 7,5 лет, и я очень готовилась к этим соревнованиям. Я уже здесь не первый раз, и я играю очень много, нормально играть, и я люблю теннис. Анжелика Карнаушенко стала лидером возрастной категории до 16 лет. А Элина Плачковская завоевала второе место в категории до 13 лет по итогам четвертого тура «Надежд Кубани». Крымские спортсмены уже неоднократно участвовали в различных турнирах в нашем городе. Впечатления самые положительные. Я тренируюсь в клубе настольного тенниса из Каялта. Все желающие. Есть еще школа. То есть я достаточно хорошо развит теннис. Когда я сюда приезжаю, это новые эмоции, новые впечатления, это много людей, это очень захватывает, волнующе. У тебя задача хорошо сыграть, но это очень волнующе, ты не можешь собраться. Все равно очень хорошее впечатление от этого зала, от вообще места. Здесь очень хорошие соперники, мне нравится. Теннисистка из Ялты Мария Бордюк стала бронзовым призером четвертого тура соревнований. Славянские теннисистки Полина Чернышкова и Александра Крылова также завоевали бронзовые награды в возрастных категориях до 16 и до 20 лет. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».